Въезд под запретом. С 25 марта в Саратовской области ограничивается движение большегрузов. Запрет касается автомобилей с нагрузкой на любую из осей свыше 5 тонн. Мера эта временная и будет действовать месяц, с 25 марта по 24 апреля. В течение этого времени большегрузам запрещен проезд по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Напомним, подобное ограничение действует еще в летнее время, с 30 июня по 30 июля, когда температура воздуха достигает 32 градусов. Запрещается движение большегрузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием.